не стоим, не ждем. У нас 2 часа. Величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась по этому миру. Так, DC есть, три паладина, кроме меня есть, так что бафайте, что-то я ничего не добавьте. Виталикун может каски, так как он танк. Лутает уже не суждено. Это самое. Кулаки, а хлюпал кресты. Я могу еще каску дать по паладинам, чтобы ты прото по себе дал на 30. А что, типа в 2 протопала, что ли, идет? Не знаю, где-то видишь 2. Ну, 2. У меня нету эффекта. Точно, я забыл, что 5,7 протопала добирал. Ну, у Виталий Кун, значит, ДД спекнется на боссе. Ты тогда протопал бафой прото на себя. У меня каску, проси мне напоминать. Чисто попало могу давать. А Виталий Кун будет кулаки давать. Вот. Ну, полипал, соответственно, на кресте. Вот и порешали. Если где-то будешь падать, там не сможешь затанчить, то Виталий Кун затанчит. Если он не затанчит, то я затанчу. Если я не затанчу, то распустим рейд. А если не распустим рейд, то другой рейд соберешь. Активный трэш. Через пауков играем. Слух сзади. Мобы сзади идут. Дал мне в небес. Слугу трона отверните, кружок. Пас. Переключитесь, паука, сыграйте. А он это сделал. Тихо. Все. Ему репа нужна что-то. Кстати, репа не так уж и плохо.
Мне тоже нужно. Ты что, это Макс согрел, да? Я думал, Старкову нет. Могли бы запиздячить сразу, потом они на меня пошли. Слава. Хорошо. Драк пошел. Мак тут ни при чем, по-любому. Тут надо рыть глубже. Паладины, убедительная просьба заранее. Правосудием Света не пить. А что если не будет? Там же, по-моему, правосудие, свет и мудрость, они могут и вместе висеть на боссе. Если два разных паладина. Тебе этот хил нужен. Упадет сразу вот в шкаф. Если кто-то там в начале инста стоит, то советую вам побежать в фильм. Ставим шкаф. Бафаем баф. Сумму не шаман, начинаем. Значит, по ролу. Так, сейчас нам присутствует. Господина. То же самое со спеками, значит. Если вы ничего не пишете в РК, вы ролите на тот спек, в котором идете. Если вы хотите ролить на другой спек, укажите об этом в РК. На два спека, на три мы не ролим подряд. Значит, по ролу. Кубик нажимают все, кто будут носить шмотку. То есть на мейн, на оф. Если на оф, тоже нажимаете кубик. Остальные там распылите и на продажу. Так, и чтобы, допустим, не было таких ситуаций, когда маг ролит волю или рога ролит талик, те вещи, которые ваш класс не носит и не будет носить, вы не ролите друг на друга, никто не ролит, ни гильдия, ни кубит, потому что все вы набираетесь таким ДСом, что вам еще надо одеваться. Все, значит, о чернокнижнику, дед Хитцелф, ты тут? Дыбу, я ж подтверждал, чё. Так, это ли... И вот это я спекнулся. Да, хорошо. Я уже достаточно таких примеров. Рыбу поставить? Ватопал, который 5,7, ты подбежишь к ребру? Почему-то смотрю, ты там стоишь где-то. Рыбу возле шкафа. Куда ты побежал? Давай. Удачи. Давай в танк. Фромера возьми. Аля. А бафы прежние? Да, да. Сейчас кулаки раздам. Сейчас фромер краски будем давать. Тыкайте. Вот. Смотри. Чего? Спроси, ну насчет квеста силы крови, чё, канаем будет выполнить? И на синдру сразу, на шмот, если динамизм, чё. Как у тебя ник? Илван. Ещё раз.
Сделал ван, фури варка была. Угу. Ты все знаешь, как делать. Ну да, я смотрел. Уже до этого ходил. И он сам. Блять, мускай будет делать. Так. Короче, я запутался уже, кто что бафает. Короче, вон Фромеру написал каски бафнуть. Так. Таликун кулаки, получается, квадти кресты. Чек. Все, запускаем. Что там жажда обещает, нет? Паладин, и вовремя напоминаю коня опнуть. Сейчас они разбегутся и опнут. Босс падает, сразу дальше бежим, в небо не смотрим. О, осколок. Тут по осколкам сегодня. А почему я его увидел вообще? Ты избран. Вы здесь потому, он же типа только по квесту видно, нет? Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Мобы с зелеными топорами бьют кривом, поэтому вставайте им за спину. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Не того, что не просто. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его, кто откажется повиноваться. Будет беги, малышка, беги! Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Пока слишком скилловый, чтобы двух держать, да, я смотрю?
Да какой нахуй уже делал нуль. Кто колечко срулил? Там меня не видно просто. Давай, ты один на маму. Иннеры раздайте, чтобы все на КД были. Три друида. Начинаем. Как вы смеете ступать в эти пиздец, вы бы хоть бахнули прежде, ничего. Во время боя дадите баф. Да, они же что-то летело, как будто ты уже знаешь. Паладину дайте каску. Ты не в сих, противится моей воле. А лучше не падай. Пока горю, если ты где-то. Ваша смерть неизбежна. Ах, Антон, он с этим же штаны, да, идут? Перчатки. Перчатки? Вроде, да. Штаны разве? Восьмой фана. Извини, значит, перекрепил Санфан. В смысле, я сколпи ролик? Ты прожуй сначала. Не разговаривай, говорит Бобби. Благодарю духов, что они послали нам вас. Осколки ролятся или по очереди? Там уже вопрос ну, какие-то. Ну, кто первый, тот и забирает. Быстрее набор молота Оргрима. Обоюдное решение. Если ты еще сможешь его отнять. Всех соединиться. Лучше треш соедините в кучу. Thank you.
Солдат Альянсу тут очень много. Красава. Будет у нас осколки и вообще левый человек забирает. Кто? Ну получается бар. Так вы говорите осколки, кто выиграет, тот и заберет, в чем проблема-то? Ты кто? Ты соучата? Ты сейчас сказал? Я вообще другой персонаж, и мне осколки не нужны. Товар улая. Я не спрашиваю. Так а вы же сами писали осколки, ну, то есть без анролов. Ты вар? Нет, я сова, мне все равно, ну просто вы писали так. Давайте я сначала задам вопрос, и вы ответите. Какой вар забирает? Улая. Улая. Ну, забирай. Кто сролит, тот сролит. Ввиду того, что по пятницам гильдия плохо ходит в рейды, приходится добирать олдчат. Время, деньги, друг! Вы идете, дамажите, тратите свое время, так что ролите все без анролов всяких. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Пушку сядьте. Пушечка, лечка с кораблей. Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем. Орде тут делать нечего. Ты скоро поймешь. Пехота, сержанты, ой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Можно, пожалуйста, фейбак опять? Значит, на этом боссе все бьют трэш без исключения. Я хил. Что там с деревом происходит на корабле?
меча! Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Вы тоже бейте. Стану давайте, сказ убивайте, сало кидайте, обезоруживайте. Я могущественнее, чем ты можешь представить. Ты же в ДЦ сижу, как бы. Ну вот. Каску крест по локу. Исповедью трёх. Я позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в городаре. А чё ты не спекаешься, шипы? Да, чё-то спекнули вначале, я и забыл спросить. Что пройду через тёмный портал один. Неважно. Крест по локу. А где лимон? Хотя, в принципе, успеваю ещё спекнуть. Не видел, что-то писал, но... Крест по локу можно? Можно. Павла попроси. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? А что, бафаешь, раз нельзя? Да это я бафну тебя. Я подумал, если никто не баф, то я баф. А я бафну, но уже потом. Вовремя спекнулся, блин.
Минус 2. ДЦ что ли обратно? Тыкайте, алло. Чё мимо проходите? Дайте друиду этот странный плащ, потому что у него 213 плащ. Надо справиться с лизом. Говоришь, нет дисплея, да? Да. Кайфово в слизни стоит. Там же диспеллеров-то. Блять, раз-два я общался. Это ты и еще кто-то, блять, кто диврей. Я магию не могу здесь купить. Заберите мелкого мага, я его сейчас пачку активирую одну, левую. Понимаю. Слева вот этого забери. Был тут, конечно, говная идея. Блять. Меня жрут. Отдохни. Кому идея? Моя лошара. Ну, отдай МК, пожалуйста. Умоляю. Плюс 2 хила не захилят даже, наверное, собаку. Отчаянные поступки отчаянного человека. Камера багнулась. Я первый дам гнев небес.
чуть вторую не закрыли. Я только что пошел, блядь, голдя отвалил на починку, пришел на собаку и сдох. Круто. У меня джипсик есть. Да дело даже не в джипсе. Дело в том, что заебало всеми персами. Всеми. Какому-то. Локом. Баром. Просто мультизадачный игрок. Да у меня все к одной задаче сводится, выжить. Кризи не с этим же рейдом. Составом еще подальше. Справа ловушка еще активирована, стойте. Где он? Алло. Палые по хантам, знаете, бафы? Сейчас, секунду. Магии инту, пожалуйста. Кулак, хантам. Рыбку сейчас поставлю. Так, а кто там говорил, чипсы может поставить? Каску по локам, по ходу дела. Каску по локам. Каску по локам. Я говорил, кто баф, это Ромер, напиши ему, пожалуйста. Повторяйте какая-то тысячу раз, я помню. Я не помню, что это, например, кто по баффу, что ли. Человек услышал, человек бафнул, правильно? Потому, один не уйдет, не другой не пришел, не теперь не снова не надо запобирать, только бабка. Ну да. Нет. Ну, по крайней мере, я попросил. Чуть-то вот будет начал дамажить. Подачи ядовитый смесь.
А этот объект на холика не роет, это не идет на холика? Нет. На ЖП и на лога только. На сову тоже идет. Нет, на сову не идет. Того больше на крите. А, или? Магу мы ему давайте, магу. Сейчас стопудово какой-нибудь прецедент случится. Прям чувствую. Что случится? Прецедент. Че это такое? Сыр президент. Я срочно на ФКшну на 30 секунд. Бегите побыстрее от босса к боссу. Слышите, не стойте в коридорах. Мы сюда не в коридоры пришли постоять. А вот залагал. Завис. Он завис. Да пошли уже, блин. Запускай. Победоносец, сделай 3 шага влево, пожалуйста. Победоносец, 3 шага влево сделай, пожалуйста. Куда ты так близко встал? Лучше сам отойди. Что-то какой-то макс. Мак вообще непонятный. 6 кдпс. Офиги у вас как много. Это шаман, блин. Фейсбук преследовал меня.
гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Да нет, там получилось. А что, меня так сильно, да, прошивало? Никто не заметил. Я не заметил. Или так? Это нормально так, протокол один? Вроде не сильно. То я так прожимался уже, ну ничего не мог уже дальше делать. Типа вот лучше никак. Не все, значит, здесь. Я еще даже печать свет врубил, но все равно так больно бьет. А, ну у меня еще же этот была. Тренька-то другая. Надо было ключик поставить. Да похуй, захилили, захилили, все заебись. Так, сундука сделана. Умирал кто-то? Да, лок. Это и дай этот пистол. Меня пока мало топлю. Оставьте кто-нибудь тотем на природу. За ваше здоровье. Здесь уже. За тут или против? Слава, минус два. Ну, мага можешь не резать.
Если вы видите цель красного, какую-то хуйню сейчас увидел. Залейте их из рак. С этим модом. Там логин нифига не дал, конечно. Да сука, Локи, не души сосите, пейте, блядь, дебилы! Закрой рот. А как узнать, когда вот он стаки на танка вешает? Выбрать танк в цель, посмотреть на ебавший танк. Ну, обычно еще прописывается на хиллботе сидят. Ну, допустим, вот я хантом, вообще, допустим, даже в гере мне надо своровать, чтоб стак. Там шутки говорят, как его ДБМ показывают. Слава, ты прикалываешься? Буешку еще сролил. Слава, а ты дал на 3 минуты? А что, тебе отдать боешку? Ну, можно. Кинул мне тогда. Держи карман, Сири. Паша, давай мне. Шальки отдай тогда лучше. Ну, она еще шире карман пусть держит. Так, что, где ты там? Как дела? Вес, берите трэш, бьём. Всё, сейчас я. Спел! Где тут танк? Не попал. У нас кто попал? Ты куда делаешь, ты не попал? Рядом совсем был. Ну, около какие-то с дистроллером. Да, там уже протикали мои. Так, даю. Тихо. Дух стаи. Дух стаи. Ханты. Они не знают, что такое аспект. Видите, рост. Не шарят. Ты про кого? По хантов. Даже будет стоп. Не смог.
А так это укральки. Шмот, который не персональный. Берет, боже, все, капец. Дайте войско, я смотрю, вы сагрили мобу, ничего не контролили. Идите. Я хотел людей порезать, но... Но? Но какая-то зараза запустила трэш, блин. Давай, войско. Да тут уже все. Никогда не бывает поздно, блять. Какие-то вы нубы, нахуй, я хуй знает. Тут вы сагрили и сдохли. Ни контроля, нихуя, ни станов от вас нету, блять. Просто нихуя. Встали на месте, от мобов не бегайте, раз вы, блять, не можете их законтролить. И бегите теперь с кладбища. Бомжи, блять. Вы агрите мобов без всякого контроля, блять. Вы смотрите, у вас хилы, блять, два хила хилят. Ну. Сука, думайте, да. Вообще, короче, полная ботва. Вот все правильно, ботва. Если блин, я... если бы не сав, я бы хотя бы внешний бес дал бы и выжил все равно бы. Если такая хуйня происходит, надо давать контроль. Не как вы, блять, я не знаю, вы просто потолок, наверное, смотрите. Сова может дать вихрь там по тактику, чтобы он кого-то не убил. В это время танков надо хилить. Танки могут набрать на всех мобов агро. Вы хуярите какое-то УЕ и сдыхаете, блять. Как бомжи какие-то, как тупые просто. Чтобы не быть тупыми, надо что-то, ну, нажимать. Вот я одного моба законтролил, побежали все мобы, кроме лейтенанта. Вы их убили, кое-как, блять. И то там 2-3 тела упало. Сейчас вы, блять, просто сдохли. Без контроля какой-то гусь заагрил мобов. Зачем вы агрите, если вы знаете, что вы, блядь, сдохнете? Танки, вставайте на ступеньки, хилы вставайте вниз, чтобы вас не откидывал командир. Все РДД, все милики, все спуститесь вниз. Вот зачем? Это как здорово. Вот моб сейчас бьет сову, сова никак не реагирует. Она просто смотрит на эту хуйню и вздыхает. Вот сова, ноль эмоций просто. Ни корней, ни хуя, не побежать от него. Как дела, сова? Не знаю. Поэтому нет на сервере PvP, потому что вы привыкли смотреть в одну точку и нажимать одну кнопку. Не думайте головой вообще. Побежу на вас. Ну попробуй. Уже он набрюзжал сколько. Два тела резайте быстрее, идите наверх. Бой. Бой, потому что поднимайтесь наверх и бейте мопа. Бой. Thank you.
миннеры в КД запустить. У одного друида, по-моему, без КД нет. По хилам. А рыбка есть? Сейчас поставлю. Справа. А, тут две даже. Удар рыба. Не бейте, пожалуйста, 3 секунды. Дайте 8 команды было. Теперь наши силы едины. Доксанан был досадным недоразумением. Так там позволит вам свою крутую свершить обещание. Я тебе свободил, у меня там. Да-да-да. Насладитесь болью. Моя чаша полна. И прольется кровь. Кинетику сердце будет. Рост дать мне? Зачем? Ну так, по фану. Не надо релогаться. По фану, если я на БГ Роба иду. Короче, ты стелся не выходи. В этот грудник. Чё такое стелс? Стелс невидимый. Земля. Это. Там типы резают, альянсовский точку держит, короче, стоит приз какой-то, я даю этот сап какой-то. Такие дураки. На респе такие резаются, как сап. Он стоит такой 10 секунд. Ну я передвигаюсь. Они это. Охотники всякие стол погоняют, что-то. Все такое, фонарь свой кидают. Блять, пытаются обнаружить. Ну один рога меня там убил. Что-то, блядь, сап не дался. Он не попадался. Кинетик справа далеко. А фонарь что это такое? Какая-то хуйня там. Кидают из какого-то компьютера. Обнаружил видимое существо. Моя чаша полна. Насладитесь болью. Персонар был досадным недоразумением. Сила сферы. Вот это у меня фризы, блин. Покадровое шоу. Они идут. Можно хотя бы минуту хилам ману отпить? Нет. Альтея кину на ману, считай.
Блин, до сих пор палец не сгинается. На конце. Вот разрабатываю он уже как бы, хоть и более-менее сгинается, но не до конца нафиг.